Всем доброе утро. 20 сентября. Смотрите, какая красота на улице. Травка еще зеленая. И листочки на траве. У нас очень холодно. Не видно чуть-чуть. В общем, в данный момент плюс 7 градусов. Люди тепло одеваются. Потому что вроде светит солнышко, но это обманчиво. Очень холодно на улице. Котики мои тут с нами. Сидят, в окошко смотрят. Обросли уже, так что не холодно. Да, Рыжик? Рыжик. Рыжуля. Ты мой хороший. Приехала на работу. Как у нас факел пышет. Все вокруг освещает. Так лучше видно. А это уже следующий день. Я снова еду на работу в ночную смену. Уже выехала из города, подъезжаю к промзоне. И посмотрите, как ярко светит факел, который я вчера снимала. Он буквально освещает все вокруг. Когда находишься в метрах 200 от него, даже чувствуется жар на территории завода. Закончился цикл роликов из Лазаревского. Начались серые будни. Я дала себе немного отдыха, ничего не снимала, пока мои ролики выходили из отпуска. И за это время у меня прибавилось очень много подписчиков. Я всем очень благодарна за подписку. Поэтому я думаю, что нужно нам познакомиться заново. Нужно мне рассказать о себе. Итак, меня зовут Юлия. Я живу в городе Нижнекамск. Вот. На заднем плане как раз-таки город Нижнекамск. Мне 38 лет. У меня есть сын, которому 12 лет.
Мы недавно приехали с ним с моря, из Лазаревского. Приехали, а здесь такая серость, дождь, слякоть. Деревья желтые. Все, уже осень пришла. Работаю я на Нижнекамской ТЭЦ. Кстати, где я сейчас стою, отсюда ее даже видно. Но очень далеко. Я попробую сейчас заснять. Там, где я стою, как раз видно завод, где я работаю. Сейчас я приближу. Вот смотрите. Вот где мой пальчик. Сейчас найду. Вот. Это большая градирня. Это на соседнем заводе. А вот здесь вот, вот здесь наши градирни. Они чуть-чуть поменьше. И трубы, вот если видно, не видно, наверное, не видно. Вот эти трубы, это тоже наши. И вот здесь вот факел горит, если вы видите, конечно. Этот факел тоже наш. Короче, добираюсь примерно за 15 минут. Я в разводе уже 5 лет почти. У меня 4 кошки. Всего год назад их было 2, но судьба так сложилась, что мне пришлось взять с работы котят, и они так у меня и остались. Вот теперь у меня дома 4 хвостика. Я всех люблю. Раньше я работала в магазине женского белья, в элитном магазине, в сетевом. Потом наш отдел закрыли, и мне пришлось долго искать работу. Спасибо братьям, они мне помогли. Но устройство на работу на завод – это не такое быстрое дело. Все это продолжалось где-то 2-2,5 месяца. И это время я работала в такси. Не так долго, конечно, я работала, но тем не менее. Немножечко пришлось. Вот. Теперь я счастливо работаю на ТЭЦ, на заводе, как у нас говорят. Вот такое вот у нас редкое солнышко выглядывает иногда. Серое хмурое небо. Березки почти все уже облетели. Скоро зима. На этой неделе уже ночью снег обещают. Сейчас зашла в Магнит, и у меня потребовали сертификат о прививках. Ну, как потребовали. Бабуля стоит у входа и спрашивает у всех: сертификат о прививках есть? Я говорю: есть. Вот так и прошла. Это наши заводы. Вот это градирня, которую я вам показывала издалека. Куда я сейчас еду, вы узнаете в следующем ролике. Большое спасибо всем за просмотр, спасибо за лайки, комментарии. Всем пока, увидимся.